«Скажем терроризму нет» – эта фраза стала лозунгом всей акции. Ее повторял каждый пришедший. Теракт в Санкт-Петербурге сплотил всю страну. Сотни аналогичных митингов в эти дни проходят во многих городах страны. В нашем городе сказать слова поддержки петербуржцам, пострадавшим в метрополитене, и их семьям пришли сотни кумертаусов. «Мы всей страной давайте поддержим и семьи, которые потеряли своих близких, своих детей, своих родных». Кумертау против терроризма, против зла и против насилия. Мы скорбим вместе со всеми. Среди участников митинга сложно было не заметить Андрея Никитина. За последние дни уроженец нашего города испытал на себе массированную информационную атаку. Журналисты ряда федеральных изданий сразу же после теракта объявили его исполнителем чудовищного зла. Только лишь из-за того, что Андрей оказался в тот день в петербургском метро. «Я к этой акции присоединился уже давно. Настаиваю в том, что терроризм не имеет никаких отношений ни к религии, ни к нации. Это люди, которые не уважают ни себя, ни других, которые ведут недостойный образ жизни». Кумертау, как в целом и вся республика, территория, где мирно живут представители разных наций и вероисповеданий. Может быть, поэтому мало кто в этот день остался равнодушным к митингу. Люди пришли на площадь с плакатами, многие взяли с собой и детей. «Мы против террора, против убийств, против насилия, против крови. Мы за жизнь и за мирное небо над нашей головой. Мы, жители города Кумертау, против терроризма. Мы за мир, за спокойствие, за будущее наших детей». В администрации города подсчитали, в субботу на митинг вышло более 300 человек. Чиновники, учителя, врачи, пенсионеры, студенты и школьники – все от мала до велика сказали на главной площади города свое «нет террору».